Дисклеймер. Привет, я третью, я продолжаю проходить Far Cry 5. Так, я не... Да, я вроде бы освободил здесь чувака и купил нормальную снайперку. Давай посмотрим, что по карте у нас. Да, вот это вот я открыл, а вот это вот почему у меня все равно недоступно. Я там что, какое-то задание не выполнил или что? Я не понимаю. Да, сейчас еще раз карту на всякий случай откроем, может... Что это взорвалось уже? О, видишь, это снайперка ваншотит. Шикарно, мне нравится. Кто, кто, кто? Ни хрена себе. Оно даже титана ваншотит, да? Ну зашибись, меня еще вертолет спалил. Здорово, замечательно. О, красавчик, красава, молодец, у меня как раз стрелу. Так, ой, иди в жопу, слышишь? Приступаем к атаке. Ты что ты сделаешь? Ты просто летаешь. Еще вообще, пошел в жопу, понял? На. Все просто. Так, давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Не-не-не, вот сюда пока зайдем, может он меня потеряет. Так, а у нее что? А, я могу прямо сюда телепортироваться, я не заметил эту метку. Давайте пойдем у нее спросим, какого фига? Вообще, может я реально какое-то задание не заметил ее. Сейчас сначала ее попробуем найти. Ключи. Так, вот сейчас давай к ней подойдем. Я возьму пока пистолет с ним, я быстрее бегаю. Вроде бы как. Не кулаки, давай пистолет. Где она тут вообще есть? Нет? Я ее пока не вижу, может она внутри. Так, здравствуйте. Ты внутри? Нет, наверное она... Подожди, не надо. Ну дай мне выйти. Ну вот зачем ты это делаешь? Дай мне выйти, надо по лестнице к ней забраться. Может она наверху опять сидит, снайперит. Ну, поздравляю тебя, и чё? Я верю. Так, и где она? Это что? Взять. Хорошо, взял, и что? Да я не хотел съезжать. Да ты что, издеваешься? Это просто прикол, да? Я не хотел съезжать. Так, ладно, давай посмотрим, какие задания есть на этой в карте целом. Вот это вот что? А, вооруженный конвой долить. Уничтожьте описание ее. Она так нет. А вот это вот... Подожди, а зачем они мне появились прям? А зачем они мне прям так появились? Знаю. Так, ну давай, если мне уничтожить конвой надо, значит на этот раз давай возьму. Здесь есть оружейное? Здесь нет оружейней, да? Только машина. Тут только машина. Блин, плохо. Надо давай пойдем вот сюда сначала, возьмем гранатомет себе. С гранатомета конвой вот так вот просто на изи разматусим. Давай, 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 переключай. Так, возьмем, наверное, пока вместо лука. Так, где? Вот здесь ты. Нет, подожди. Это машина. Вот оно. Пушка, пушка, пушка. Я возьму сейчас пока гранатометик. Давай. Так, оружие. Особое. Нет, не пулеметы, не пулеметы. Мне надо гранатомет. А где его тут брать? Нет, снайперка, но это вряд ли. Так, нет, нет, нет. Дробовик нет, пистолеты нет. А где гранатомет мне тут взять? Вот, гранатометы. Примените вместо лука, давай применим. Без понтов, вот это вот хрень всякой страдать. Вот, гранатомет. Отлично, а вот теперь мы побежали на карту. И вот сюда добавимся сначала. Шучу, их так много желтых меток. Че, они двигаются что ли? Офигеть. Вот он конвой, давай садись сюда и возьмем тачку какую-нибудь, если там вообще есть. И поедем этот конвой уничтожать. А если нет, пешком доберемся до него, быстрее, быстрее, быстрее. Блин, я ж мог просто вот эту, помнишь, которую машину новую открыл, взять. Так, нет. 2000 метров. Вон, 600 метров. Побежали, тут машины нет. С гранатомета снимем. Давай, 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 побежали. Машину я мог там взять. Только что поехала. Блин. Ладно, я вот это вот, 500 метров. Слушай, мы бежим, он походу стоит, конвой, да? Пока мы не подбежим. Но если что, у меня еще снайперка есть, так что... О, слушай, квадроцикл одолжишь? Нет, не вижу. О, вон машина, там кто-то есть в ней? Приближать я не могу с этой снайперкой. Это, конечно, минус. Но то, что она ваншотит, это огромный плюс. Так, давай, давай, давай посмотрим. Нет, нет, там никого нет. Так что давай. Так, там 300 метров. А, мне вон туда вообще бежать. Давай. Ну, тут добежим, я думаю. Не так далеко. Меняй позицию, давай. И что ты там еще хочешь, делай. Но только не отставай от меня. 200 метров, они, походу, не едут никуда, да? То, что я их догоняю так. Либо они едут навстречу. Нет, они все-таки едут, они движутся.
Блин, вот это вообще мне не нравится, что они движутся. Надо будет взять ту свою тачку. Помнишь, которую я только что открыл? Зеленую такую. Она как-то еще понтово называется, и она красивая. Я с ней в предыдущем видео миссию выполнял. Так, давай-ка, надо встретить их. Они вот куда-то сюда должны ехать. Так, давай. Они вот сюда. Мы... Надо встретить их, Так, куда вообще эта дорога ведет их? Так, они приедут, соответственно, вот сюда стопудово, да? А, нет, я могу... Блин, а я сюда не могу, да, телепортироваться? Давай телепортнемся сюда и посмотрим, куда они приедут. Ждем. Сейчас, надеюсь, они навстречу к нам поедут. А если нет, то тупо возьмем, давай тачку и все. Где он? Тут есть, вот, есть, давай садись. Так, ты пока садись в тачку тоже, а я отмечу их. Да серьезно, мы... Они телепортируются, они просто телепортируются так же, как и мы. Наверное, это типа какое-то время проходит. То, что мы телепортируемся, это время проходит отдельное. Подожди, а тут есть магазин с тачками? С оружием, вон, есть. Пошли возьмем мою тачку, которую я недавно открыл. Побежали. Так, уберу пока гранатомет, а то я случайно... Нет. Если я уберу, я случайно могу, конечно, выстрелить. Но если я уберу, то когда мы встретим их, я их могу упустить. Так, мастерская. Тачка, где я только что получил свою? Нет, не то, не то. Не-не-не-не-не-не-не. Вот, я ее только что получить, да. Все, я ее только что взял. Давай. Я сажусь на водителя место, а ты садись за пулемет. Вот, и сейчас мы ту колонну легко уничтожим. Погнали. Сейчас там как... Не-не-не, музыку отключайте, она будет слегка отвлекать меня. Да-да-да, мы их сейчас отлично встретим. Главное других не встретить по дороге врагов. Это будет небольшая подстава, но ничего, мы справимся. Ай-яй-яй-яй, я не туда поехал, да? У меня еще, помнишь, там как... Да, шлеп-шлеп, у меня там еще какое-то здание, чтобы получить эти очки навыка, надо еще машины убивать этих врагов. Не надо. Так. Они сюда едут вообще? Да, и я как раз возле дороги. Давай с гранатомета. Мне кажется, задание тоже с гранатомета есть их уничтожить. На, первый. Давай. Подожди, не пали по мне. Давай, аптечка. Давай. Добивай их. А, я всех сразу снял, что ли? Да, я сразу всех снял. Отлично. Теперь побежали. Да, я согласен с тобой. Давай, следующее. Вот они вот тут близко. Ой-ой-ой, побежали вот сюда, садись. Давай, я за руль, ты за пулемет. Быстрее, пока они далеко не уехали, быстрее. Заколебете со своей музыкой. Давай. Она вроде выключена, да? Да, выключена. Можно, погнали дальше. Блять, эти долбанные столбы понаставили, ах. Так, что ты... На что я там сейчас наехал? На чей-то бампер, ладно. Ой, обстреляй просто его и все. У тебя пулемет. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, осторожно с бензобаком. Того мы потом догоним. Че, их так много, смотри. Охренеть. Все в очко посигнали, слышишь? Во-во-во-во-во. Они сюда едут или нет? Подожди, или они просто уезжают? Где там карта? Так, нет, они уезжают от нас, да? Я так понимаю. Нет, они едут к нам. Так, подожди, они едут к нам, я так понимаю, да? Или нет, уезжают? Увеличится расстояние. Они поменяли маршрут, они уезжают теперь. Садись быстрее. Давай. Приводишь как пьяница. И это комплимент. Че? Я вожу как пьяница, и это комплимент. Ты за базаром следи. Ой-ой-ой, это пулеметчик. Это титан. Не надо его трогать, он сейчас нас перебьет. Че это? Мне показалось, там снайпер сидел. Прикинь, вот это красный лазер мне показался. А ты стрелять вообще будешь, нет? Че ты сидишь? Ну, она тупо стоит и все, что-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Зашибись. Ну ты давай, стреляй, по ним стреляй, видишь? Ай-яй-яй-яй-яй. Это что ж такое-то? Контрол. Быстрее. Выходи с гранатомета. Где он у меня там? Блять, быстрее. На, быстрее. А теперь быстренько пистолет. Ай-яй-яй, патронов не хватает. На, попал. И еще вот здесь.
Да куда ты по мне палишь-то вообще? Ай-яй-яй, быстрее-быстрее. Аптечку. Ай, у меня нет аптечки. А это кто приехал? Это тоже один из них, что ли? На, добил двоих сразу. Твою мать, а у меня хп не хватает. А где ты? А где она? Ее что, вообще убили, что ли? Капец, я ее спасти даже не смог, что ли? Убийство из РПГ получил, видел? Вот, навыки у меня добавилось, еще очки. Блин, а ее... Я ее грохнул, да, случайно? Я ее не спас. 2 минуты, блин, плохо. Давай тогда пока Херка возьмем. А как мне второй открыть? Это, наверное, тоже надо будет за эти навыки получать. Давай пока Херк возьму у тебя. Где ты вообще? А, я еще и свою тачку уничтожил. Херк в пути. Херк, отлично. Давай мы вместе пока телепортируемся. Куда-то вот сюда, где есть машины. Где машину я могу взять? Вот здесь. Давай обратно возьмем ту свою тачку с пулеметом. Так, и заодно тогда пока поедем с Херком последний конвой уничтожать. Давай. У него как раз гранатомет, это то, что надо для этого задания. Так, будем теперь комбинировать, короче. Но все равно, она классная, она мне даже внешне очень-очень-очень сильно понравилась. Я по большей части ее буду использовать. Да, короче, всегда почти. Это сейчас исключение, пока я ее не уследил, ее грохнули. Так, где там конвой? Охренительно, конечно, он уехал на чужой остров. Нет, это все еще этот остров. Охренеть, он, конечно, свалил далеко. Можем что-нибудь спеть или поиграть. Давай потом, не пить и не гдять, нам 1,5 километра ехать. Папа будет счастлив узнать, что крылья любви открыты. Он там почти поселился. Ой, отстань, пускай уже даже музыка играет, мне уже пофиг. Давай по-быстрому доберемся, ты... Потом, когда доберемся, надо будет срочно вылезти из машины. И... Да, надо будет срочно вылезти из машины. Да вы заколебали, чтобы он с гранатомета пострелял, а не с пулемета. С пулемета мне нафиг не надо. Он даже не попадает, смотри. А с гранатомета один раз заебашит и все. А ты попадаешь хотя бы? Да, он вроде попал, там убил водителя. Но пулеметчик остался, да? Твою мать, это что было? Это... Он что, в газовую эту... Там точно из пулемета? Может, он там гранатомет уже достал? Вот, ты километр один остался. Откуда? По нам палят. Откуда? Самолет? Серьезно? Охренеть. Ты что, самолет сбил уже? Вот ты мощный, слушай. Вот это он реально мощь. Твою мать, я поворот пропустил. Давай, сорян, разворачиваюсь. Да, я что-то... Не только ты тупишь еще, и я тупанул. Давай, ты добивай пока, если там... Ой-ой-ой-ой, вот кто вообще нормальный-то, а? Ну если ты падаешь в самолете, хер ли ты падаешь на дорогу, тут же машины ездят. Он перекрыл мне, блин, дорогу, из-за таких дебилов и происходят пробки. Так, давай, обижаю. Туда пустой квадроцикл бросил, и там вообще кто-то валялся. Так, ты давай не выпендривайся, нам надо как-то будет навстречу. О, я вижу там бочку, вот эту вот красную. Можно было бы снять. Так, давай-ка доберемся сначала до них, надо встретить их перед ними, а не сзади доезжать, иначе, ай-яй-яй, плохо будет. И у меня еще аптечек нет, да? Да, у меня еще аптечек нет. Ого, ты гонишь, слышишь? Хрена себе, я его почти на максимальной скорости обгоняю. О, все, они идут к нам. О, тут кого-то нашего добили. Херк, давай слазь быстрей. На, этого я снял. Вот мы как раз... Мы как раз шикарно перекрыли им дорогу. Смотри, они тут не проедут. На, сняли. Вот. Херк, быстрей. Быстрей. Давай, отлично. На, быстрей. На. Смотри, я сквозь две машины их простреливаю. На. Давай. Быстрей. Аккуратно. А ты с гранатомета вообще будешь бить? А где ты? Твою мать, Херк нас сейчас замочит из-за тебя. Во, красавчик. Только чуть-чуть пораньше бы тормоз, блядь. Это пиздец. Ай-яй-яй, быстрее, обходи. Куда ты по мне топаль? Вот Херка Леня. Он по мне с гранатомета долбанул. На, снял этого. Он теперь не уедет. Надо и того водителя снять. Давай. Твою мать, быстрее. О, красавчик, просто молодец. Это было жестко. Хотя бы ты нашу тачку не распидорасил. Давай-ка. Нет, все, спасибо, Херк.
Давай-ка, до свидания, а теперь тебя выбрать, да. Ты у меня вообще классная. Так, теперь возвращаемся. Я ее открыл. Нет, я ее все равно не открыл. Хорошо, а какое тут может быть задание? Вот это что ли? Водолит, доберитесь, дай сектанты захватили. Но это вряд ли ее, правильно? Там у нее задание какое-то со снайперкой должно быть связано, по идее, по логике. Нет? Давай тогда попробуем сначала вот это, там какой-то откроют нам грузовик, пускай, допустим, без проблем. Но все равно, нет. Блин, надо было сначала оружие себе поменять на нормальное, на лук. Где мне теперь лук взять? Тут можно взять оружие? Здесь оружие нельзя взять. Да ладно, садись в машину, мы так справимся. О, тут все-таки есть оружейный. Так, отлично, давай заберем обратно мой лук. Да, использовать на вместо гранатомета, он мне сейчас не нужен. Все, побежать дальше. Я понял, сейчас сюжетное задание начнется, да? Чё, ты о чем вообще? Чё там происходит? Вдоводел стоит в элеваторе. Ты наверняка наткнешься там на элеваторе. Будь осторожней. Что? На меня началась охота или чего вообще? Давай-ка от них попробуем отвязаться. Вот так вот, попробуем от них отвязаться, вот так вот. Ой-ой-ой, отвязались, блин. Группа захвата приближается. Какая группа захвата? О чем? Мне вот там грузовичок просто надо получить. Так, аккуратно, 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 аккуратно. У меня со снайперка с глушителем. Я смогу теперь снимать аккуратненько, но я не вижу их. На, снял. Ух ты. А тут уже началась война вовсю, что ли? Где, где, где? На, снял, отлично. Дальше, дальше, дальше. Не вижу. Слушай, пошли за мной, слушай, давай за мной, а то ты там сейчас сгоришь нахрен. Иди сюда. Пожалуйста. Сюда иди. Давай, за мной иди. Все, молодец, а то ты там сгоришь сейчас нахрен. О, опять это пение. Прикольное. Так, давай, давай, давай. На, снял. На, снял, дальше. Там еще должны быть. Видишь, судя по радару, там как минимум еще один где-то. Музыка прикольная. Давай, давай, давай. Где он? Где-то там должен быть. Промазал слегка. Промазал, промазал. Вот он. На, снял. Вип-сектант убит, отлично. Судя по радару... Нет, с той стороны еще должно быть много. С той стороны. А где? Они сюда приближаются, что ли? Давай перезарядимся пока что. Так, где там радио играет? Выключи. Не выключается, ладно. Твою мать, что это? Подожди, а что происходит, слышь? Ты видела, там огонь красный что-то был? А где они? Боеприпасы для пистолета, отлично, конечно. Ой, надо не стоять на огненной бочке. Так, и чего? Проберитесь на склад. Ну, пошли на склад, потому что я вижу, враги есть, но мне... Подожди, а как мне пробраться на склад? Вот сюда, что ли? Опа. Твою мать, не убил. Ага, два выстрела надо на супер титанов таких, да? Ага. И еще разочек. Снял, отлично. Так, давай-ка... А ты что там сидишь, слышишь? Тебе музыка понравилась так, да? Да, прикольная, но не надо засиживаться. Нам надо внутрь как-то попасть. Ну, сюда я не могу зайти. Я вот сюда пытался, он вроде... Дай пройти. Сюда. Нужен ключ, зашибись, где мне его взять? Так, а больше тут входа нет нигде альтернативного. Нужен ключ. Нужен ключ, нужен ключ. А где мне его взять? Так, здесь. Нет, 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 нужен ключ. Хорошо. Давай-ка попробуем. А что ты сюда идешь? Нужно найти где-то ключ. А где он тут может быть? Дай-ка попробуем. Оп, патрончики нет, не дали. Кто меня там может палить? Я не вижу. Давай здесь посмотрим. Может, тут есть ключи? Нет, здесь я ключей не вижу.
Мне еще вот эти вот поиски ключей. Нафига вот это вот все придумали? Так, где они тут могут быть? Ну, по-любому в каком-то здании внутри, да? Так, здесь ничего не вижу. Нет, что это? Понял. Я там всего одно знакомое слово, ну, нашел. И то забыл какой. Во, ключ. Во-во-во. Все, отлично. Теперь... А где гавкает? Кто? Где? Ты что ли? Нет, это что-то дохлое лежит. Ладно, пускай. Открыть. Пошли. Вау. Вот это вообще, да. Клевая малышка. Так, давай откроем. И теперь погнали. Смотри. Вот это, конечно, монстр. Вау. Давай, садись. Прорвитесь через ограждение. 9 штук. Следи за дорогой. Ого. Так, отойди вообще. Да, но ты ж отсюда не стреляешь. Че смысл, что ты это говоришь? Это я делаю, бип. Прикольные. Да, я понял, это вот так вот покайфовать можно. Берешь вот так, когда миссии пройдешь, или просто свободное время, берешь вот так грузовичок этот и просто таранишь, едешь вот это все. Вообще прикольно. Да. Какое тебе папа тут поставил оружие на этом? Я не вижу. Не. Побежали дальше. Не, падла. Не. Полетел, смотри. Вообще шикарно. Тут впереди вообще что-то полетел. Я не вижу из-за этого флага, что там сзади происходит. Ага, вижу. Кстати, по нам с пулемета стреляют, ты в курсе? И у нас машина дымится еще, если что. Нам, походу, жопа. Или это просто выхлоп такой сильный? Вообще, давайте, все, валите отсюда. Так, пробился. 3 из 9 только. 3 из 9. Офигеть. У меня уже машина трескается. И она уже шипит. Пип. Пип-пип. Давай-ка. 200 метров еще. Это спокойно смогу преодолеть. А что ты все время выглядываешь? Ты все равно не стреляешь. Я тоже вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Я пробил, но хорошо оно не взорвалось. А, нет, взорвалось. Твою мать, вертолет, что ли? А, у меня есть пулемет здесь? Прикинь, я если левой кнопкой нажимаю, то он стреляется. Сигналь после каждого успешного тарана. Хоть порадуюсь. А, хорошо. Да-да-да-да-да-да-да. Так не обязательно было вот так таранить, да? Обязательно буду сигналить после тарана теперь. Так куда ты прешь? Да, все, свободен, малыш. Сегодня не твой день. Сегодня батя за рулем. Что-то музычка тихо играет. Пошел вон. На-на-на-на-на-на-на-на. И что вы сделаете? Враг вызвал подкрепление. Да пусть пошел он в жопу, слышишь, этот враг. Что он сделает мне? Та-т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 а вообще. На-на-на-на-на-на-на. Ой-ой-ой-ой, слышите, а вы ничего не попутали, слышите? На-на-на-на, падла. Вау! Давай-давай. Вижу тебя, на, падла. Музыка плохо, что очень-очень тихо играет по сравнению с игрой самой. Ой, телочку сбил. Что-то пули слишком высоко летят. Что-то там собрался меня догонять. У тебя машинка прострелена полностью. У тебя теперь решето, а не машинка. Сито, я бы даже сказал. О, ну тут у тебя жопа. На-на-на-на-на. О, мне кто-то помогал, видал, по вражескому вертолету стрелял. Хорошо. Сейчас привезу скоро. Погоди, я только карту поставлю, метку, куда мне вообще нахрен видеть. А, ехать. Все, я нашел. Сейчас быстренько доедем. Прикольно, еще и патроны бесконечные. Вообще шикарная штука. Вот тут, вот это хорош. Да-да. Вот это вот хорошо. Извините. Я случайно. Это мои были. Я их случайно расстрелялся с этого КамАЗа. Я не хотел. Упс. Недоразумение получилось. Бывает.
вот елки охуели вообще, они царапают мне машину. Тут понаставили своих дрындулетов. Блин. Куда тебе завезить его? Ага. Ой. Да чё ты дрожишь-то, не бойся. Слышал, она уже... Опа, тут чё, сожгли домик какой-то? Да давай, едь. Все, привез. Поговорите с Мэри Мэй. Ну, как сказать, она почти взорвалась. Подожди, вот так. Опять ты. Отцовский грузовик возвращается домой, прямо как в детстве. Я всегда стояла на этом самом месте и махала ему рукой. Тебе хватает твердости, чтобы им управлять. И что важнее, у тебя есть сердце. Отцу бы это понравилось. Если вдоводел тебе понадобится, бери, не стесняйся. Спасибо. А я пока буду держать нос по ветру. Если узнаю что-то интересное, сообщу. Договорились. Еще раз спасибо. Да не за что. Все. Адиус. Так, у нас и... Ух ты, смотри. Крылья вот так сделали, вообще шикарно. Только левое крыло что-то как-то странно выглядит, нет? Ладно, побежать дальше. Ну нет, куда дальше? У меня уже все. Надо сохранить. Кстати, вот если ты это знаешь, напиши, пожалуйста, почему она у меня не открывается? Я ж ее пытался открыть, почему она не открывается у меня? Я не понимаю. Я вроде делал, я ее приходил. Тут видишь, и задания ни одного нет. Это что такое, тракторный гараж какой-то? Напиши, короче, если знаешь, как ее открыть. Все, на этом все, поставлю. Подпишись на канал, скоро увидимся.